Сегодня мы с вами пройдем три первых базовых элемента. Это фонарик вперед, фонарик назад и поворотики. В случае, если вам что-то будет непонятно или захочется о чем дополнительно узнать, вы можете оставить свои вопросы внизу в комментариях. Перед тем, как приступить к исполнению фонариков, выучим подготовительные позиции. Третья развернутая и третья обратная позиция ног. Колени при исполнении подготовительной позиции согнуты. Второй урок сложен тем, что надо научиться держать спину, руки и при этом не потерять посыл вперед. При фонарике вперед движение создается от пяточек в колени. Коленями рисуется круг. А при фонарике назад необходимо держать обратную третью позицию ног и создавать посыл от сомкнутых колен и вновь рисуем круг. При поворотике движение происходит нижней и средней частями корпуса – стопы, колени, бедра. Обратите внимание, плечи стоят на месте. При совмещении фонариков с поворотиками обратите внимание на постановку корпуса. Корпус скручен внутрь фонарика. Это дает ему устойчивое положение. На этом наша вторая тренировка окончена. Старайтесь как можно чаще повторять эти